Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Суэфировид, железосодержащий витамин. Первый укол в третий день жизни поросят. Поехали. Начнем с самого мощного. Какого мощного? Ай, ляжка, наверное, укол. По 2 кубика шелка 8. Инъекция подкожно-внутримышечная. Ангелинка, а ты вот так можешь шакать на них? Шакать? Да, окей. Хорошо. Мама там штурмует у нас сарай. У мамы ярко прорезался материнский инстинкт. Не подойти, короче. Она жизни не помогает. Рыжик, смотри. Рыжик, а вот тут черная сзади, бачу? А кто у нас был, девочка или мальчик? У него и пузико пятнистое. Блин, давай быстрее, не отвлекай. Шикай. Все, один раз хватит. На нос его поставил. Это девочка. Она вынесла? Две девочки. Ой, тикать надо, буду быстро отсюда. Эти как начнут жаловаться, сейчас она придет на разборки. Главное, чтобы никого не было в этот момент. Ты такая большая мать, девочка, она говорит. Тихо. Нет, брось. Так, как закрыли двери, так капец. Не холодно. Подожди, фокус не этот. А может оно запотело просто? Подожди, мам, сюда, сюда сейчас, подожди. Это пацан. Давай. Жаль. Ангелина, сюда загоняйся. Да-да-да, не гоняйся. Они, они эту всю стаду дикая. Одичавшая. Давай, шаг. Еще раз. Шип, не шоу видно было. Да не по брюху, ему по стенке. Шип, я шел. Все, давай. Кто это? Не закрылся. Да фиг его, мальчик. Два мальчика, три девочки. Все, сам. Еще поможет легко. Так, тихо ты. Видно, видно. Сколько я уже сделал? 6? Ёлки-палки, пофига, жизнь. Нет, по-моему, тут еще один. Нормально, тот был. Так, кто у нас еще? Ты там можешь посмотреть. Там? Не-не, мужик. Пацан. Ангелина, что такое? Не там ходи, тут жди. Загоняй их всех сюда. Давай. Я по двери сейчас буду выбивать дверь. Не знаю, ему выходить будет. Вот рыжий, да. Рыбашка. Ага. Мальчик. 5 мальчиков, 3 девочки. Чем больше мальчиков, тем больше пиццы. Давай. Это что? Брызган. Кто? Девочка. Четыре девочки, пять мальчиков. Брызги. Брызги ты. Брызги ты. Где звезд? Девочка, что там у тебя получается? 6 девочек, 5. Дай сюда! Последний. Последний? Ну, все. Ага. А это все. В общем, операция несложная, крайне важная. Третий, десятый день жизни делаем им железосодержащие витамины, насыщаем кровь железа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.